сожалению, день рождения только раз в году. Действительно жаль, что все хорошее, интересное и завораживающее слишком быстро заканчивается. Потому что для 6-летней Полины, ее сестер и брата, и, конечно же, друзей по детскому саду, час праздника в обществе фокусника и клоуна по совместительству Вальдемара пролетел как одна минута. Море волнуется раз, море волнуется два. Но классического задания «Замри» Вальдемар не давал. Какой там? Дети выплескивали свою буйную энергию, ныряли на дно символического моря, прыгали на волнах так интенсивно, что дельфин из богатого реквизита фокусника из вод морских вылетел на сушу. В реальности на линолеум в садиковской группе. К счастью, дальтоников среди ребят не было, и в цветах они разбираются не хуже художников. Зайти под красное, выйти из-под белого, особенно когда такого колора в волшебном покрывале клоуна нет. Но находчивости детям было не занимать. По доброй традиции именинницу так старательно дергали за уши, что одно из них отвалилось. Но добрый фокусник быстро поправил дело, приклеил на место. Вальдемар доставал шарики, салфетки и денежные купюры из самых различных мест. К восторгу и удивлению детворы не просто классически отрывал себе палец, а лишь его фалангу, что весьма впечатляло и воспитателей, и воспитанников детского сада. В финале праздника подарки из рук мага и кудесника, и вот уже пришла пора прощаться. Последнее волшебство ребятишки сделали сами. Показали ладошки, а теперь помахали ими. До новых встреч, Вальдемар! А что вам мешает организовать подобный детский праздник? Светлана Хромых, Александр Никифоров, Днестр ТВ.